Так, здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствую на своем канале Татьяна Деревеньки. Сегодня мы с вами побываем в Пятерочке. Это Пятерочка Лобанова. И здесь есть площадка. Можете наблюдать. Я уже, конечно, сюда заходила. Понравилось. То, что цены остались на уровне. Смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всегда ваша Татьяна Деревенька. Лимоны, манго даже есть. Ощутимо центр не поднимается. Лук только подорожал. Несчастная. Это Лобанова. Тыква. Алкоголь Лобанова, покажу цены. Видите. Брала. Орген. 307 рублей стоит. С Краснодара. Очень хорошее вино натуральное. Это что-то я здесь не вижу. Цены на винчик. Можно посмотреть, вино Тамани даже есть. Алкоголь крепкий. Вот, допустим, 199, самый дешевый. Показываю молочку. Тут масло хорошее. Брали его по 87. Сейчас, наверное, цена уже изменилась. Станция молочная неплохой. Как вам цены? Сахар 82. Сахар есть. Какого же этажа? И, пожалуйста, 81, даже 99. Сахарочек. Пятерочка нас сегодня выручила. Нравится сюда ходить. Здесь очень хорошие продавцы. Приветливые на кассе. Еще раз повторюсь, магазин находится Лобанова. Как всегда, есть какие-то скидки. Единственный минус. Еще раз подойдем к прилавочку. Смотрим, выручай карта. Все есть.